Благодаря ви, че дойдохте на нашето събитие да представим книгата «Познавай Библията». Ето я. Голяма, хубава книга. Създадена от авторски колектив. И Яков Пенев е идейния двигател на цялото това, на целият този проект. Неговото издателство, създадено преди 20 години. И книгата преди 10 години е оформена по този начин и са започнали да я издават на различни езици. Първо е написана едновременно на руски и на неговата история е много интересна, защото той е немец, но роден в Караганда, в Казахстан, в лагер по време на режима комунистическия. И много хора, милиони са били изпращани в лагери и са загинали милиони. И той е имал шанса да оживее. И книгата е писана едновременно. Ето очень интересно, що ви добро пожаловали. Яков Пенев е автора, разпространителя е пастор Павел Карпов. Очень интересно, що книга была писана одновременно на русский и на немецкий. На русском и на немецком. Как это возможно? Это в этом случае было очень просто возможно. У нас была идея, была или конспект, или у нас же эта книга, она имеет 365 частей глав. Или страниц. Да. Это. И мы... Идея была, чтобы дети, и молодежь, и бабушки, и дедушки, чтобы они лучше могли понять Библию. Да. И потому, чтобы эта книга их привела к Библии. Потому что Библия – самая главная книга в мире. Конечно. На всех языках – самая главная книга. И, ну, многие берут ее, говорят, непонятно или там сложно. И потому мы создали такую книгу «Познавай Библию», или богато иллюстрированную, на каждый день иллюстрация, на каждый день идет тема и текст из Библии. Текст из Библии на немецком и на русском один и тот же текст. Искате ли да ви преведа? Да. На мен няма нещо. Да, да, трябва на русском. Добре. Само младите не разбират. Да, но за тях ще кажа, че... Едновременно е писан на български и на... на руски и на немски. А просто автор един? Нет, у нас тема одна. Тема одна, история одна. Идет это одно, но писали русские, которые не понимали немецкий. Да? Немцы писали, понимали русский. Но они писали по-немецки, но Библия-то одна, что болгарская, что русская, что немецкая. Да. Переводы разные, Библия-то одна. Да. Тема одна, текст один. Да. И по одному тексту они составляли тогда на каждый день вот понятную эту историю, понятную для детей, для молодежи, для тех, кто не понимает, может быть, старый или сложный язык. Надо переводить. Да, Съставили са този текст за младите деца, тинейджери, младежи и за възрастните, които се страхуват да и не разбират Библията и са писали по истории. Имало е автори, които са руснаци, но не знаят немски. Тези, които са били немци, те са знаели руски и така са писали едновременно текст. Да. За да ви доведе до Библията. Да, за да могат те да разбират Библията и да не се плашат да я четат. Като мост. Това е така будто мост. Для людей да Библии. Да, съвършено верно. Для самой Библии. Да, да. Так. Это ваша идея. Вы начали. Моя идея. Идея моей секретарши. У меня секретарша. Она тоже знает русский и немецкий. И она занимается детьми. Да. И у нас совместная идея родилась, и мы ее развивали. Да. А
Вы 20 лет, у вас издательство. Это? Издательство 22 года, да, наше христианское издательство в Германии. Да. В России и в Советском Союзе мы такое не имели права иметь. За такую книгу в России в советское время нас посадили бы в тюрьму. Да, конечно. Значит, в советское время са ги изпращали в затвор хората, които пишат такива книги и ги разпространяват. И затова, но после съветское время это можно было свободно. Да, без проблем. Да. Не везде. В среднем эта книга под страшным запретом в Узбекистане. Да, Советский Союз уже распался. Да. Распался Советский Союз. В России, в Украине там без проблем свободно. А Средняя Азия, в Казахстане нам тоже дали разрешение на эту книгу. Да. Но Узбекистан нам не дал разрешение. Узбекистан говорит, это очень опасная книга. Да. Разбрахте ли, да ви преведа, че в Узбекистан, това е средноазиатска държава, бивша Съветска република, е забранена тази книга. Да. Можно я коротенько? Да. Я привозил в Узбекистан, я съездил в Узбекистан, и меня в аэропорту арестовали с книгами. Меня допрашивали 10 человек. Да, 10 души са го разпитвали на летището в Узбекистан и са го арестовали заради книгата. Да. И они сказали, что эта книга запрещена. Да. Для хранения, для распространения, для перевозки, для печати, для всего запрещено. Да, казали са, че е забранено тая книга въобще да влиза в държавата, по какъвто и да е повод и начин да се разпространява. Защото това е мюсюлманска държава с твърд мюсюлмански режим. А първу партию так и арестовали 5 чемоданов больших с книгами. Да, 5 големи куфара. Книги задержали. Был интересный момент. Книги вез Виктор Классин, диакон церкви. Диакона на церквата носил тие книги. Книги разложили на столе в аэропорту и его фотографировали. Вот преступник, а вот это его доказательство его преступления. Да, снимали са го като престъпник с тези доказателства. Заходит главный полицейский по аэропорту, взял книгу, говорит, о, хорошая книга, я беру себе. А представитель говорит, нельзя, нельзя, здесь хозяин сидит, сейчас мы оформим, все это сделаем, потом вы возьмете, сейчас положите, нельзя, нельзя. Он говорит, ладно, положил обратно. И его опять фотографируют, так, так. Да, значит, те са им взели книгите и, нали, вие тук разбирате, аз за тях превеждам двамата. И фактически взели са им книгите, един поискал да си вземе, казал, хубава книга. Обаче този, който ги е задържал, казал, не може, защото в момента тук е собственика на книгите, ние ще му ги конфискуваме и като ги задържим, тогава ще си вземете колкото искате. И той е оставил временно, само докато ги им ограбили книгите фактически. Только он ушел, заходит главный директор аэропорта. Так му той си е тръгнал и влиза главния директор на летище. Точно такая картина. Он посмотрел, о, какая книга, я себе беру. И по същия начин я взял и казал, че я взима, защото е ценна. А кой спи там горе? А он говорит, нет, нельзя, нельзя, здесь собственник, нельзя. Същия отговор получил и той. Не може да я вземете, защото собственика е тук. И след като той си отиде, тогава ще ви даде. Виктор Классин говорит, мне было жалко, что 5 чемоданов арестованы, они их заберут. А потом я порадовался. Да. Бог знает, кому их. Да, он да. Не тем, кому вы везли, а он сразу другим. Точно начальнику так. Милиции, директору да. Аэропорта и так далее. Да, переводить. Да. Да, отначало те се расстроили, че им взели 5 куфара с книги и казали, о, нали, не е хубаво това. Обаче после всъщност те осъзнали, че
книгите са им взети, но така или иначе те ще стигнат до определени хора, които Бог е определил да притежават тези книги. Ето както тези двама души, директора на летището и другия там диспетчер, харесали книгите, по същия начин след конфискуването им станало ясно, че ще има кой да ги вземе и до кого да стигнат. Бог е определил до кого да стигнат. Несмотря на то, что книга была запрещена, мы смогли в Узбекистан перевести сколько, два тиража? Нет, около 5000 книг. Около 5000, это 10 тонн мы смогли перевести. Хотя они искали на границе, нас задерживали, допрашивали, кто переводчик. 10 тонн разошлись. А вы на каком языке в Узбекистан? На узбекском? Узбекистан много говорит на русском. Да, ну на русском. А книги на узбекском были. Ну, а алфавит какой? Латинский, новый. Он только-только вышел, мы сразу на новом языке. А, на латинице? Да, да. Он сейчас 20 лет в Узбекистане, латиница. Угу. Да. Узбекский. Да, трансляцию сделали. Да, у нас эта книга, она на 13 языках. Да. Я покажу вас. Вот здесь вот каталог, это немецкий каталог, и здесь вот эта книга, и она на 13 языков переведена. Болгарский – это 13 язык. Болгарский – 13, и еще в работе 4-5 языков у нас. Да. Ну как вы успели? Запрещено возит книгу в Узбекистан, а как бы успели перевести? В Советском Союзе тоже было запрещено. И в тюрьмах сидели за то, что перевозили Библию. И заходили тысячами, сотни тысяч Библии завозили в Советский Союз. Когда было запрещено? Это я пережил тоже. Да. Это мы пережили, когда жили под Советским Союзом. А вы еще тогда верили Богу, в Иисуса да. Христа? Да, мы с детства, мои родители верующие. И они нас с детства учили тоже по Библии. Хотя Библии не было у нас. У нас Библии не было. В Советском Союзе было очень трудно. Я родился в 54-й год, 53-й год. Было очень сложно с Библией. Да, преведам. Значит, не имало Библии. Той се родил в Казахстан, в Караганда, пустинята. И не имало Библии. И въпреки всичко, роден е 54-та година. И родителите му са го възпитали във вяра в Исус Христос, в християнска вяра. Да. Это была проблема тоже. Мы не могли, в школе нас обзывали за это. Мы не брали эту звездочку советскую, ленинскую. Да. Мы пенецкий галстук не брали в школе. Да. Перевод. Это было сложно. Да, значит, трябвало да бъдат пионери. Това беше задължително и в България да слагат червена връзка или някаква звездичка комсомолска после, но те всички тези неща не са ги слагали и имало е голямо гонение в училище срещу тях. Потому нельзя было в институты поступать. Да, няма ли право да учат висше образование? И многим деткам, если хорошо учились, занижали оценки. Да. Понижавали са им оценките, независимо и дори добре да учат, са им слагали ниски оценки. По поведению ставили тоже плохие оценки по поведению, да, потому что не были они... Оценявали са и поведението там, и са им слагали ниски оценки. Но мы видели жизнь наших родителей, да. Жизнь других верующих. Мы видели, что все-таки эта коммунистическая идея, она обманывает людей. И мы тоже, молодежи, уже верили в Бога. Да, но те вървяли по примера на своите родители, разбирали каква лъжа е комунизма и вярвали в Бог. Я като школа был у нас президент, не президент, иначе назывался, был первый секретарь коммунистической партии, это был Хрущев Никита да, Сергеевич. Да. Он обещал, вот когда мне было 10 лет, да. Он обещал, через 20 лет показать по телевизору последнего верующего в Советском Союзе. Да. Обещал, что Библии больше не будет. Да, значит, когда вас было 10 лет. Да. Значит, той 54-та година роден, 64-та година Хрущев е казал, че след 20 години няма да има нито една Библия на територията на Съветския съюз. Нито един свидетел не вярваше.
Да. И последний верующий. И не один верующий. Никто не будет верить в Бога. Последнего верующего по телевизору. Да, ага. Последнего по телевизору покажут. Да. Но не через 20 лет, а через 30 лет Библия стала печататься в Советском Союзе, да, и стали завозить миллионами. Но пока было запрещено, завозили нелегально. Да. Завозили из ГДР, завозили из Польши, завозили из Румынии, завозили из Финляндии. Завозили нелегально, то есть прятали так, что могли завести в Советский, да, Союз. Тайну откарвана Библията през тези години в Советския Съюз, и то в големи количества, хиляди бройки, са вкарвани по същия начин и сега те тайно вкарват в Узбекистан. Както тогава са вкарвали в Съветския Съюз тайно Библии. И еще верующие, им очень не хватало Библии. В семье не было Библии. У многих семей не было Библии. В многом семейства не имало Библии. И Господь так повел, что некоторые верующие, Господь им столько дал мудрости, ума, разума, что они сделали тайную типографию. И стали, да, тайно печатать Библии из Нового Завета в Советском Союзе с конца 60-х годов. Да. От края на 60-те години започнали тайно да печатат Библии и Нови Завет в тайни типографии. Да. Да. В Узбекистан. И потому нам очень дороги были. У нас таких детских книг в Советском Союзе не было, когда мы были детьми. Да. И приехав в Германию, в Германии много книг христианских. Перевод. Да, в Германии има много всякакви християнски книги, има и детски, а те не са имали, когато са били деца. И, да. Но наше желание было сделать такую детскую Библию, чтобы она понятная, да, детям и бабушкам. Да. И чтобы она была доступна и на разных языках, чтобы была. Да. И затова те са решили да отпечатат такава Библия, която да е разбираема за децата и за старите баби също, и да отпечатат на различни езици, за да има възможност да стигне до хората от най-различни държави. Вот, допустим, у нас перевод на украински, это, да, книги тоже. Да. И мы много печатаем на украинском. Да. И завозим в Украину, завести можно свободно в Украину сейчас. Да. Но предфронтовая зона, угу, там многие люди не понимают Библию. Близо до фронта хората не разбират Библията и те имат право сега да вкарват такава Библия, да внасят в Украина. И в этих местах, вот туда завозим Библию на украинском, да, и молодые с детьми, они эвакуировались, да, в Германию, там, в Чехию, в Болгарию, наверное, да, в другие страны. Да. А остались бабушки, дедушки, многие остались. И после Советского Союза они многие неверующие, не знают, да, Библию. Да. Значи там близо до фронтовата линия са останали възрастни хора основно. Младите се евакуирали в чужбина. И те, понеже са живяли повече през комунизма, не познават Библията, даже и не вярват в Бога. И они очень рады, познавая Библию, читают бабушки и дедушки, которые там остались, и они начинают понимать Слово Божие. Да, и това е хубаво, че те могат да разбират вече Божието Слово, тези баби и старци, които са останали близо до фронтовата линия. Война вызвала большой голод к Богу у людей. Да, да, войната наистина е предизвикала голям глад към Бога в хората. Ние също имаме мисионери, които от България ходят, носят там продукти и казват, че цели села се покаиват. Те им носят какви ли не неща и свещи и казват, излизат да ни посрещнат и ги водим в молитва на покаяние, цели села се покаиват. Да. В этом году мы с Яковом были в Узбекистане. Мы каждый год там несколько раз. Да, всяка година те по няколко пъти ходят в Узбекистан. Двамата. И много раздавали этой книги. И раздават много от тази книга. Е, как? Это нелегално? Нас не тронули. Никой не ги е закачал. Но тот, кто нас возил, да, на него возбудили дело. И на двоих
тех, кто нас встречал, на них дело, как вы разрешили, кто вам дал право. Да. Поэтому мы не можем сказать, как мы завезли 10 тонн. Когда-нибудь, может, в этом зале мы расскажем об этом, да. А сейчас пока не можем. Ага, 10 тонн са закарали в Узбекистан. Въпреки забраната да внасят книгата там, но хората, които, с които контактуват местните, ги съдят и повдигат обвинения срещу тях. И на Якова, и на меня там целое дело уже есть в Узбекистане. А, и срещу тях има дело в Узбекистане. Но Бог любит этот народ, где очень много детей. Там 55% населения это дети до 18 лет. Много сильна рождаемость има, да, и 55% от населението са деца. Защото в мюсюлманските държави има силна, есть большая рождаемость для всех мюсюлман. Не только Узбекистан. Да, и это... Одну историю я расскажу. Да, конечно. Мы девочке подарили в Узбекистане Библию эту, но у нас не было на узбекском, подарили на русском. Да, понеже нямали в момента на узбекском, подарили на едно момиченце Библия на русском. Близняшки, две девочки. А, на две близначки. Они начали читать и дошли до истории, когда Авраам послал слугу за невестой. Ага, започнали да четат Библията и стигнали до там, където Авраам изпратил слугата да намери невеста за Исаак. И пришла милиция, сделали у них обыск и забрали эту книгу. Да, разбрахте ли ми това? Дошла милицията, направила обыск и им взели книгата. И девочки нас встретили в следующий раз и говорят, а... Мы не успели прочитать. Так нашел он невесту для своего сына или не нашел? Да, да. И те, като ги видяли, питали. Не успяхме да прочитаем, намерил ли е невеста за годеница за своя син или не е намерил. И еще, нам очень трудно на русском читать. Вы не могли бы такую книгу на узбекском привезти? И не можете ли да ни донесете такава книга на узбекски, защото ни е трудно да четем на руски? А узбекски язык очень трудный. Узбекски е много труден. И Яков говорит, а вы молитесь, а Яков... Бог все может. А Яков им казал, вие се молете, а Бог може всичко. Бог нам послал переводчика. Мы даже боимся сказать, это мужчина или женщина. Мы втайне держим это имя. И через год мы привезли книгу эту девочке. Ага, Бог им подарил преводач. И след една година те вече имали книгата на узбекски и я донесли на двете момиченца. И девочки говорят, мы ее будем прятать на ночь, и чтобы те... утром с обыском не пришли. И те казали, че крият нощем, за да не ги намерят сутрин, да не намерят книгата, когато направят обыск. Да, конечно, интересная история и много. А как на Камчатке? Я увидела, вы мне послали там, что один дом для детей. Кто? Скажите я. Кто расскажет? Или я. На Камчатку тоже мы заводили. Мы с Павлом летали на Камчатку. И мы там тоже Библию на русском раздавали. На Камчатке все говорят на русском. Чукчи, они все знают русский. Чукчите, които живеют в Камчатке, знают русский. Варяки и чукчи там живут. Варяки и варяки. Да. И там мы им давали тоже, раздавая Библию. И они с удовольствием читают. Советский Союз, Камчатка, вот здесь полуостров. Это очень далеко. Это где Япония? От Москвы лететь 9 часов самолетом, а от вас 13 часов, наверное. И там живут, и еще по острову мы где-то 800 километров проехали, 500. И там живут сирот много, родители пьют. Ага, много сираци живеят там и на островите около Камчатка, понеже... пият родителите им много и те не се грижат за децата фактически. И верующие, уверовавшие чукчи, они
много берут себе, усыновляют детей. Вярващите чукчи усыновяват тези деца, които са изоставени от пиещите родители. И вот в такую семью мы дарили в каждую Библию. Да. Как они радовались. У них красная икра, у каждого бочка. А Библии не было. Да, те там имат червен хайвер. Всеки си има по буренце с червен хайвер, а нямат Библия. Когда они шли на богослужение, знаете, кто самый большой враг у них по дороге на богослужение? Кто? Да, переведите. Знаете ли, кой е най-големият им враг, когато отиват там на служба в църквата? Медведь. О, мечката. Бела мечка. Нет, буры. Не белый. Да. А зимой хорошо. Они спят все. Медведи. През зимата е безопасно, защото мечките спят, но през лятото най-големия враг на децата и на хората, които отиват на служба в църквата, са мечките. И да. Они только на автомобиле ездили на встречу с нами, на богослужение. А пешком боялись. Да, страхували са да ходят пеша, защото мечките ще ги срещнат. Само с коли са се придвижвали до службите. Благодарите Бога, что у вас нету медведей, когда вы идете на службу. Что у вас в избытке Слово Божие. Да, да благодарим на Бога, че нямаме мечки по пътя, когато идваме на служба и че имаме Библии в изобилие. Никой не ни забранява да ги четем и да ги разпространяваме. А без красна икра все жили и еще проживут. А можем да преживеем без червен хайвер. По-важно е, че имаме Библии. Расскажите, пожалуйста, для другие ваши путевки в Туркменистан, в Таджикистан. Вы мне... Таджикистан. Да, выслали интересное. Да, что-нибудь для государства. Пять государств Средней Азии? Да, пять держав на Средней Азии. Раньше входили в Советский Союз. Които преди са били част от Съветския съюз. А потом они организовали свои государства. Се отделиха и станаха самостоятелни държави. И там свои закони в каждой стране. Всеки има различен закон във всяка държава. Но до недавних пор у всех был запрет на живую веру, на христианство, на Слово Божие. Да, ну имаха забрана да се чете Библията, да има християнство, търсят тут въпрос. Первое было облегчение, легко стало это Киргизстан, потом Казахстан и недавно только Узбекистан. Първо получило освобождаване на режима, разхлабване малко на режима в Киргизстан, след това в Казахстан. И най-накрая в Узбекистан. Но не думайте, что это все так легко. Если вы везете 5 таких книг, вас не пустят, вас будут допрашивать, а почему 5? Одна ваша, а зачем еще? Да, ако носите 5 книги, няма да ви разрешат да ги носите, а ще ви попитат, защо носите 5. Една, имате право да носите една. Значи все още не е пълна свободата там. И шо не нет, съвсем? Нету, свободы нету. Да. Ну и все-таки мы ехали как туристы, мы через границы пробовали на автомобилях везти. Да, вы сказали, для Туркменистан кажется, что не разрешают, визу не дают. Туркменистан вообще закрытая страна. Да. Да, мы там не были, но книга наша прошла. Да, те не са успели да попаднат в Туркменистан, защото не дават визи, но книгата е влязла там. А вот Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, мы регулярно там да, бываем. Да, в тези Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Те редовно ходят. А тук виждам, че вие сте ми изпратил как глухите също са получили. Глухи! Джалал Абад, Киргизстан. Да, да. Когда писалась книга, мы не думали тогда, и Яков не думал, что она будет такой масштаб возьмет. Нам просто хотелось нашим детям.
Те не са предполагали, че книгата ще стигне до такова мащабно разпространение, като количество и като брой държави, езици. Те са имали намерение за техните деца и въобще за близките деца. Но ето... Но мы делото... видим за этими переводами, что сам Бог это дело продвигал. Да, от тези преводи разбираме, че Бог се интересува от това дело и Той го движи. И когда в названии мы стали писать не только для детей... Когато са започнали да пишат, че книгата не е само за деца... Этому послужила одна история. Когда мы подарили книгу в семью глухих... Да. Подарили са книгата в семейство на глухи. В Узбекистане очень много глухих. Да, много глухих. Очень. Много глухи хора има там, в Узбекистане. Там церковь есть, где 70 членов церкви только глухи. Да, 70 членов на церкви са глухи в Узбекистане. Една от церкви. Несколько причин. Слабая немножко медицина была. Има няколко причини, слаба медицина. Но еще одна причина. Глухие, они замкнуты, они стесняются, и они женились друг на другом. Угу. И как следствие смешения крови глухие дети. Да, да. И те глухите се женят за глухи, защото са някакси по-стеснителни и затворени. И се получават, раждат се глухи деца. И така се получава. В Узбекистане мы посещаем примерно 30 церквей. Примерно. Да. Везде есть глухи. Везде. 30 церкви, които те посещават в Узбекистане, има навсякъде глухи хора. И когда глухие получили в подарок книгу, они встретили и говорят, наконец-то мы что-то поняли. Най-накрая глухите казали, най-накрая нещо разбрахме, когато са получили тази книга. Интересно, что когда человек слепой, да, у него интелект очень высокоразвитый. Интересно, че интелектът на слепите хора е високо развит. А когда глухой, тогда нет. Наоборот, он очень низкий. А когато е глух, не се развива интелект. Вера от слышания. Почему Бог усмотрел не через глаза, а через слух получать веру? Да. Вярата идва от слушане. Слушане на Божието Слово. Не с очи, а с уши се приема. И глухи приходили на богослужение, они радовались друзьям, но возрождения не получали. Такого должного. Но когда они сами прочитали просто все, они очень загорелись. И потом глухие после этой книги все взяли Библию и стали ее изучать. Да. Значит, глухите были леко безразличны към вярата и словото. Идвали на служба, но не разбирали, не показывали някакъв знак за обръщане към Бога. След като прочели тази книга, тя ги запалила да се обърнат и към Библията, и към вярата. Еще я один разкажу вам, в чем книга сильна очень. Церковь жива хорошими семьями. Если есть хорошие семьи, церковь хорошая. Ако има добри семейства, църквата е жива и добре. Се развива. Но семьи живут, если у них есть личный молитвенный час, общение с Богом семейное, не церковное, а семейное. А семействата са живи, когато имат личен молитвен час вътре в дома, не в църквата. Румыния, Украина, Молдавия и България. Многие уехали на заработки, и в основном мужчины, семьи остались. Да, в тези бивши социалистически държави, Румъния, Украина, България, Молдова, много от бащите са заминали на Запад да работят, а дори и майките, даже матери тоже уехали. Да. И матери говорят, наш молитвенный час остыл и потух, костер
потух. Да, и майките казват, че нямат молитвен час вкъщи. Угаснал е огъня на вярата и на молитвеното време. Папа интересно разказвал из Библии, но он уехал. Все. Да. Бащата добре е разказвал Библията и е водил. Фактически той е молитвен час, но щом той е заминал на горбет, нали, да изкарва пари в Европа, спрели са да имат такъв час на изучаване, на молитва и е загаснал огъня. Но когда пришла Библия, познавая Библию, дети сами, им интересно стали. Они говорят, мама, иди сюда, мы будем читать или читай нам. И молитвенные часы опять загорелись. Да, и тази книга успяла да разпали отново молитвените часове в семействата, защото децата могат да я четат, да разбират и тези въпроси. Поэтому мы вам всем советуем, покупайте детям не телефоны, вы их и так купите, книгу покупайте, а потом и телефон не страшно. Да, това ви съветваме да купувате книги, а не телефони на децата, за да има общение между вас и с Бог. Нали? Да. Да. А тук намерих, че и в старчески дом сте били, в Узбекистан. Дом взрослых людей. Бебе. Кто? Ты расскажешь, я расскажу. Постарелый. В доме престарелых, когда были мы в Узбекистане первый раз. Да, да, интересная история была. Мы, когда в Пакистан ездим, мы пытаемся в дом престарелых тоже заходить. Да. Мы почти каждый раз заходим в некоторые дома престарелых. И мы зашли в один дом престарелых, и там мы спели, там рассказали. И потом я обычно поднимаю вот так. Переводить. Да, като отишли в един старчески дом в Узбекистан, влезли, поговорили и след това той показал по този начин. Я показываю везде. Первый раз, когда в Узбекистан мы ездили, они говорят, у нас нельзя, у нас запрещено так книги показывать. Да, в Таджикистан. Нет, в Узбекистан. В Узбекистан им казали, че не трябва така да си показват книги. Да. И в дома престарелых я так показываю книгу. И я говорю, у вас есть библиотека? Обычно даю библиотекарю. В старческия дом, независимо, че така ги заплашили, че така се показва книгата, те я показали по този начин и попитали дали има библиотека, за да я подарят на библиотекар. Там в основном были узбеки, но были и русские. Имало узбеки, но и русские. У нас еще не было на узбекском, но было только на русском эта книга. В този момент те имали книгата само на русски, нямало на узбекски. И мы потом, ну кто возьмет эту книгу? И предложили. Да, и те попитали, кой ще вземе тази книга. И одна женщина, старая, русская, она говорит, дайте мне эту книгу. Една руска жена, възрастна, поискала книгата и казала, дайте мне. Нет, говорит, тебе нельзя, ты алкашка была, тебе нельзя эту книгу читать. Някой от групата ей казал, ти си бивша алкохоличка, не трябва да четеш тази книга. Мы стали успокаивать их всем, и алкашам бывшим, и всем нужна такая книга. Да, и те казали, че на всички е нужна тази книга, и на бившите алкохолици също. Я говорю, записывайтесь или меняйтесь каждый день, там один другой читает, потом другой читает, каждый день может читать книгу, но только не ссорьтесь из этой книги. Да, не се карайте за книгата, за всеки ще има, и ще се разберете, ще се записвате и ще четете един след друг от книга. Старшая медсестра сказала, стоп, книга будет в столовой лежать, да. Не ссорьтесь. Да. И люди говорят, я в 4 часа утра встаю, я в 3, я в 5, и стали записываться на читание. Да. Да, старшата медицинска сестра казва, че книгата ще бъде в столовата и всички започнали да се записват кога ще стават да четат книгата. В 3, в 4 през нощта. Понеже книгата била една в старческия дом и трябвало някакси да се разберат кой кога ще я чете. Да, спасибо. Очень интересно, как вы переехали через Туркменистан или Таджикистан, где не было виз? Вы... Нет. Мы
много переезжали, разные переезжали. Но не все можешь рассказать. Да, понятно. Да, понятно. Да, да. А скажите, как в Европе, в Германии? Вы на немецком есть первое издание? Германия, она говорит на немецком, это естественно. Да. Как ее принимает немец? И в Германии она, у нас издательство. У нас каталог, мы каждый год делаем новый каталог, он на 25-й год. Каждый год мы делаем такой каталог, у нас здесь 144 страницы, 2500 наименований книг в этом каталоге, и мы их предлагаем в Германию. Мы печатаем каталогов 23 тысячи, их рассылаем по Германии. Значит, момент, на 23 000 экземпляра отпечатают този каталог и го распространяват в Германия. Да. Да. И вътре сколько заглавий? Здесь у нас 2500 наименований книг. 2500 заглавия са включени в този каталог, който го разпространяват по цяла Германия. Да. И заказы потом идут нам по интернету, по електронной почте идут, по письмам идут, по телефонам. Да. Все виды связи. Они идут сюда, на этот наш адрес. Да. И те отзад на каталога имат всички контакти и идат поръчки по най-различен начин. Чрез мейли, чрез телефони, чрез писма. Всичко. У нас есть и интернет-страница. У нас по интернету можно найти. Вы можете найти нас по интернет-адрес у нас есть. Вы можете зайти, и там вы можете найти эти тоже книги наш каталог. Да, значит, в целую Германию. Да. На всю Германию. Это Германия, но и во всем мире. У нас заказы бывали с Англии, заказы бывали с Японии даже. С Америки. А на японском есть? Нет, нет. Но там, наверное, кто-то понимает, или немецкий, или русский. У нас некоторые книги, вот как вот «Познавая Библию», у нас на 13 языках. У нас очень много заказывают. Мексика, Боливия. У вас есть на испанском? На испанском, да. У нас «Познавая Библию» есть на испанском. И на испанском мы сделали тираж в 6 тысяч книг, да. На испанском года три назад, это итальянское. Это итальянское. В этом году. Да, да. Итальянское новое. На испанскую мы сделали года три назад, мы сделали 6 тысяч, и как раз потом было землетрясение на Кубе. Да, значит, преди три года там. Примерно 3 года назад. Да, те са издали 5000 тираж на испански и малко след това се случило земетресението в Куба. И Куба, она тоже закрытая страна была. Да, тя е за... не е много открыта, да. Но в связи с землетрясением она открыла свои границы и можно было помощь присылать и книги. Угу. Но като се е случило това земетресение, тя е отворила границите си и може да бъде изпращана помощ след земетресението и книги също. И пуснали да влязат. Нам надо было срочно печатать еще один тираж в 6 тысяч на испанском языке. И бързо се е наложило да отпечатат още 6 000 нов тираж на испански за Куба. Очень много посылаем Боливию. Боливия тоже испаноговорящая страна. Да, Боливия в Южной Америке. Боливия, Парагвай. Парагвай. Да. И вот в Боливию у нас миссионеры есть, вот в Германии есть там семья в Боливии. Да. Они работают среди боливианцев. Да. И там нужна на испанском языке. Да. И туда посылали очень много на испанском языке. Еще интересно, в Боливии, я сам в Боливии бывал. Да. Мы заезжали в школы, в джунглях заезжали в школы. Да, ходили са в училище в Боливия. Той сам лично бил там. И в Боливии, мы, когда мы приезжали там в село, в этом в джунглях, дальше миссионеры приехали, они прекращали школу и говорят, вы всех вывезли на стадион, у них там стадион такой небольшой, примитивный. И все учителя и ученики приехали, миссионеры, будем слушать, что они будут говорить.
Ага, значи като им съобщили в Боливия, че са дошли мисионери, те затворили училището, излезли всички на стадиона. Да. И учителите и учениците да слушат какво ще кажат мисионери. И мы с ними песни разучивали, с ними рассказ детский, и читали слово, и хотели, и потом предлагали покупать книги. Да, това е прекрасно. На самом стадион. Да, все это произошло. Местный стадион. Да. Там на този стадион те са учили песни заедно и игри. Да. Са им разказвали неща и накрая са им продали и книги. После этого я хотел директору подарить книгу на испанском, познавая Библию, хотел подарить директору. Да, искал да подари един екземпляр от книгата на директора, на испански. Он не взял. А той не е взял. Он купил. Искал да купи. В Боливии, вот эти индейцы, боливианцы, бедные. Най-бедни са децата. Очень бедные. Боливия. Таких бедных у вас, наверное, даже мы сегодня заходили в табор цыганский, там люди бедные, но Боливия еще намного беднее. Да, те днес са били в цыганский квартал, и там са бедни хората, но Боливия са още по-бедни. Они понимают, если даришь, значит что-то нехорошее. Те така разбират нещата, че щом подаряваш, значи има нещо, което не е много добро. И они тогда покупают за пониженные цены. Купуват за по-низки цени. Вот мы были в одном селе в индийском и предлагали. Они говорят, у нас денег нету. Нет долларов, нету боливианы, у них там купюры боливианы называются. Да, казали, че нямат никакви пари в това село. Нет у нас. Можно, у меня курочки есть, можно я принесу курочку? И донесли кокошка. И, не сваляйте много книги да са за хората, колкото са хората. И он говорит, можно. Прибежала домой, взяла две курочки, принесла две курочки. Да, отишла в къщи и взяла две кокошки и ги донесла. И дали ей познавай Библию на испанском. Да. За две кокошки продадохме една книга. А я думаю, что будем делать? У нас машина, мы на машине-то приехали. Да. И что с этими курочками будем делать? Да, и те точно това си мислили, какво ще правят с тези две кокошки в автомобил. Потом другая говорит, у меня нет курочек, у меня есть бананы. Можно за бананы? Да. Друг предложил банан. И привез вот такой пучок банан, 10-15 килограмм бананы, целый пучок банан. 15, тука ги служи. Ето тук. 15 килограмма банани, за да вземе книгата. И он тоже получил. И той получил. Но мы поехали дальше, в районный центр поехали. Да. В столовую заехали, да. Покушать нам сами. Да, влезли те сами да хапнат в районния център, в столова. И там столовая, очень примитивная была. Да, доста бедно. У нас было 8 человек, мы даже они не могли 8 порций набрать на всех. По 2-3 порции разные мы покушали. Ага. Няма ли 8 порций от одной ястия, а один взял одна порция, друг друга? И мы покушали, потом расчет. Да, и наяли се, и после започнали да плащат. И вот брат, с которым мы ехали, он говорит, у меня курочки есть, хотите курочку? Я посмотрю, повар говорит. Брат Краснодар был? Ага, значит, тези, понеже имали две кокошки, и предложили на готвача да му дадат кокошките, като тръгнали да плащат. И готвача казал, что сега ще помисля, ще видя. Повар посмотрел, о, курочки хорошие, беру курочки. Да, като видял кокошките, ги харесал и фактически платили с кокошките. Не, еще бананы, говорит, есть. И казал, има и банани. А там такие маленькие зеленые бананы. Да. Их жарят, да. Их варят. Они не такие, как у вас продаются. Да, да. Очень. Бананы тоже возьмем.
Да, и те платили и с бананите. Готвача взял и зелените банани. И так наш обед был заплатен курочками двумя и бананами, еще нам сдачи дали. О, значит, те успели да платят обяда си 8 души с двете кокошки и с зелените банани, даже им дали и пари в ресто. Да. Ну, я знаком хорошо с издательством «Семенкорн». Добре съм запознат с издательство «Семенкорн». Перевод этого слова обозначает зерно, которое должно упасть в землю и умереть. Това означава превода, че това е зерно, което трябва да падне в земята и да умре. И вы помните, в Библии написано, только такое зерно дает много плода. Да, и само такова зерно, което е паднало и умряло в почвата, само то може да даде много плод. И все-таки цель, почему много печатают у наших друзей, немцев, не коммерческая, а чтобы это зерно принесло плод. Да, и целта в крайна сметка на нашите приятели в издателството не е да има печалба, а да има много плод. Да има финансова печалба, а да има плод. И для этого они очень много работают. И много работают. Читайте книги. Это важно. Кто читает книги, того всегда есть что сказать детям, да и окружающим. А който чете книги, той винаги има какво да разкаже на хората около себе си, на децата. Сегодня другое время. Сегодня человек с книгой – это редкость, это очень умный человек. Да. Да, днес повечето хора сходят с телефони, малко ходят с книги, така че ние да... Мне очень приятно, что у нас в зале молодые люди. Да, приятно ми е, че в залата има млади хора. Сегодня молодые люди имеют клиповое мышление. Их воспитывает клип с ТикТока. Жалко. Да, вие разбрахте, че днес младите хора ги възпитават клиповете от ТикТок и това е жалко. А мы хотим, чтобы Слово Божие им показывало. Оно настоящий светильник. Божието Слово е истинската светлина и лампа, и то да огрее в техните души. Вы счастливы. У вас есть много христианских книжных магазинов. Счастливы сте, че имате много книжарници християнски. Я вам расскажу за один книжный магазин в Узбекистане. Ще ви разкажа за една книжарница в Узбекистан. Огромный забор. Огромная ограда. Туда входить надо камеры, как в тюрьму. Можеш да влезеш както в затвор, минаваш през камера. Выходит и через забор спрашивает, что надо. Излизат отпред пред оградата и те питат, какво ти трябва. Мы хотим Библию купить. Искаме да си купим Библия. Тогда открывается дверь, и на тебя вот такой пес, собака лает, рвется, растерзает тебя. Тогава, като се отвори вратата, излиза такова голямо куче, което лае и се хвърля. И когда мы побыли в этом магазине, мы поняли, что это просто для иностранцев картинка. Это не цель распространять Библию, а чтобы показать иностранцам, вот у нас есть книги, вот у нас христиане, все, мы, с нами можно торговать, нефть покупать, газ там и так далее. А так нету, где купить Библию. Да, а всъщност разбрали, что это... Някакво рекламно спотче за чужденците, за да видят, да си мислят, че там има свобода и възможност да се търгува с тях. У вас... А всъщност няма. Да, вы счастливы, потому что у вас есть Библия. А что было за этим забором высоким? Книжный магазин. Ну нет Библии. Библейский, да, но Библии продают. Но чтобы ее купить, это с такие трудности надо пройти. Невероятно. Ага, имало е, значит, Библии в това място, но трябва да минеш през тия, тая висока ограда и с куче, и с камера. Да. Это в каком городе в Узбекистан? В Ташкент. В столице? В столице. Очень интересно.
А в Таджикистане, мне кажется, и нету, или есть? Не знаю, в Таджикистане это что? Ну, в Туркмении точно нет. Такое запрещено. Одно время было разрешено иметь Библию, но в ней должен штамп разрешения от правительства иметь, от этого магазина. И эту Библию можно только для личного. Там фамилия твоя. Если я вам ее передал и вас остановили, о, это нарушение. Эта Библия только я могу с ней ходить. Это было 10 лет назад. Коммунизма. 10 лет назад. А где это? В Узбекистане. А в Узбекистан. Даже преди 10 години в Узбекистан не е имал право човек да даде Библията си на друг. Като си купи Библия, те му слагат печат и му написват името, и това е само негова Библия за негова полза. Если тебя остановили, а печати нет, у тебя это нелегальная Библия, ее забирают сразу, арестовывают. Да, и ако те хванат с Библия без печат, те задържат Библията, защото е нелегално. Еще в этой печати там рядом пишут район, где ты живешь. И за 50 километров ты не имеешь права выезжать с этой Библией. Нямаш право да пътуваш 50 километров по-далече от места, където живеш. Если ты поехал в другой город, то это тоже нарушение. Да, и ако... Сейчас не так. Сейчас не так. Но это было 10 лет тому назад. Да. Значи само преди 10 години в Узбекистан имаш печат на Библията, може да я носиш само в мястото, където живееш. И... До 50 км, а след 50 км вече е нарушение и ти я конфискуват. Да. Особено брат Яков и его издательство, а до этого в России у них тайное было издательство тоже. Очень много старались в самые закрытые места, чтобы Библия попала. Да, фактически тяхната цел и преди, като имали тайно издателство в Русия, и сега е да попадне тая Библия колкото може повече в тези места, които са трудни за достигане. И там, където християнството не е на почет. Особено в тези мюсюлмански държави в Средна Азия, в които те разпространяват. И имате ли някакви въпроси, някои от присъстващите? Не, може ли да ни разкажат, има ли християнски църкви в Средна Азия, там където те ходят и какво представляват? Да, и есть църкви християнски в эти государства в Средней Азии. Ну, уже мы упоминали, в Узбекистан мы 20 раз в году едем в Узбекистан, да. И мы посещаем христианские церкви, да. Христианские церкви, есть русские, есть чисто узбекские, которые русские не знают. И последние, наверное, десятилетия, довольно-таки много узбеков тоже принимают христианство. Киргизы принимают христианство, казахи. Но в некоторых семьях этим бывшим мусульманам очень тяжело, особенно со стороны семьи. Да, много им е тежко на тези, които са приели християнството в тези държави, защото от семействата ги преследват, така да се каже, игнорират ги и не им допускат да бъдат християни. В някакви семях бьют сильно и девушек, и мужчин, которые принимали християнство, бьют, сильно бьют. Много ги бият. Избивают. Прибиват ги. Закрывают, чтобы они не могли выйти в собрание. Да, заключват, за да не могат те да отидат на църква и ги прибиват. У некоторых девушек еще сложнее, их насильно выдают замуж за мусульман. Най-лошото е, че ги насилват и ги дават да се омъжат за мусульмани. Омъжват ги. Но църкви растут. И въпреки всичко църквите растат. Есть много примеров, которые можно сказать, как все-таки нелегко в мусульманских странах к тем, которые приняли христианство, которые приняли Христа. Им очень тяжело многим. Да, много им е тежко, но тези, които са приели Христа в тези държави.
Государство считается светским, но государство в таких случаях не защищает тех, которые родственники бьют. Въпреки, че държавата е светска, тя не защитава тези, които са приели християнството от побоя на роднините. Битки припират. Сам еще большая проблема у всех, которые из мусульман перешли в християнство, как нас, кто нас будет хоронить? Похороны. Да, най-големия проблем е за тези, които са приели християнството от мусульманство. Кой ще ги погребе? В аулах. Казахстан или Кыргызстан, или в кишлаках, Узбекистан, где только узбеки или кыргызы, или казахи живут, там кладбище, оно мусульманское считается. Да, гробището е мусульманско во всичките тези аули или места, където живеят тези хора. Если христианин умер, да, его там нельзя хоронить. Ако умре един християнин, не трябва там да бъде погребан в мюсюлмански гробище. И бывало по несколько дней, они не знали, где похоронить моего папу или маму, которые были християнами. Да, или по ребенок. Няколко дни не знаят къде да ги погребат тези християни, които са починали. Это сегодня, это не 18 век, это 21 век. Да, това е сега. В наше время. В наше време. Нямат къде да погребат християните в тези мюсюлмански държави. Были случаи у себя в огороде хоронили. Тогда к тебе никто в гости не придет и никогда твой дом никто не купит. Ага. А когато ги погребват в тяхната градина, градината на къщата им, никой няма да ти купи къщата, ако имаш погребан човек там. И няма да ти дойдат на гости с съграждане. И были случаи другие, что брали покойника и ехали за 200-300 километров в другую область, где кто не знает, и там хоронили. А другия случай, когато го взимат покойника и пътуват по 200-300 километра, за да го погребат на чуждо място, където има християнски гробища. И все-таки идут к Богу и верят. И въпреки всички тия отеснения, там има хора, които се вярват в Бог и отиват при Него. Въпреки колко е абсурдно. Когда у вас кто-то пришел к Богу, его все поздравляют, радуются, ты покаялся, молодец. А там человек покаялся и думает, что я наделал? Меня сейчас выгонят из дома. Где я буду сегодня ночевать? Его поздравляют, а ему не до поздравлений. Да, човека, който се е покаял, в църквата го поздравяват, но той мисли, къде ще нощувам тая нощ. И как ще ме посрещнат в къщи и какво ме очаква. Да, тежко е това. У вас тоже нелегко. И при вас не е леко. У вас другой враг в Библии есть. Это свобода, благополучие, суета. Да, свободата, суетата и благополучието също са врагове на Библията. И у вас тоже есть мусульмане, и много. Имате и вие мусульмане. Я с супругой, у меня Татьяна, може, встанешь ты. Неговата супруга е бесарабска българка. Да, Татьяна. Мы с ней были в горах Родопи. И она говорит мне, вот эти бабушки, это наши бабушки, они тоже так завязывались, останови. Да, тя казва в Родопите, като са били, това са наши баби, възрастни жени, спри. Мы остановились, стали рассказывать им. Спряхме и започнахме да им разказваме. Достали эту книгу, говорим, мы вам хотим подарить. И предложили да ми подарят. Они говорят, стоп, это о ком? Это об Иисусе Христе. Нет. Да, и те не пожелали, защото попитали за кого е книгата, а за Иисус Христос. Не. Нам не нужен Иисус Христос. Нам не нужен, не ни трябва Иисус Христос. Как не нужен? Он вам очень нужен, он за вас умер. Как не ви трябва, той умря за вас. Нет. И я вспомнил, я в Средней Азии много мусульманам проповедую.
Да, много, на много мюсюлмани проповядвал сред нас. Я говорю, у вас же есть пророк Иса. А, да, это хороший пророк. Има ты пророк Иса. Так вот он за вас умер. Нет, за нас Мухаммед умер. И не взяли книгу, не взяли. И не взяли. Да, мюсюлмани это отказ. Тоже у вас непросто. Да, но мы свободны. Верит. У нас нет гонений. Да, это так что. Ну, спасибо вам большое. Есть другой кто вопрос? Если кто-нибудь хочет что-то спросить. А, Христос. Ами сега с как е положението? Дали има мисионери, служители там да благовестват или? Есть, къде там? В Средна Азия? Ами да, за където говорим. Да, есть там кто-нибудь, иностранцев, кто является мисионером и может жить там и распространять веру. Иностранцы в Узбекистан очень строго было, чтобы кто-то заехал. Многое сложно за чужденците да влязат в Узбекистан сега. Даже если граждане Узбекистана просили выйти из гражданства, чтобы замуж выйти, ему давали справку «Отказ от родины». Справка называлась. Это сейчас? Это так было 10 лет назад. Ага. Да. Больше этот человек никогда не получит обратно узбекское гражданство. Никогда. Да, ако някой узбек се ожени за чужденец, жена или мъж, дават му бележка, че се отказва от гражданство. От родины. От родины. Да, да. И только недавно было более помягче, но миссионерам очень трудно туда заехать. Трудно миссионерите там. Да. А внутреннее миссионерство разрешается. Хорошее дело. И многие верующие переезжают жить там, там, чтобы проповедовать Евангелие. Узбекистан очень большой. Да. Больше Болгарии. Миссионерите са вътре в самата държава. Няма чужденци там. Не ги пускат и е трудно да пребивават в Узбекистан. Слово «миссионер» стараются не произносить, за это будут гонения. Да. Просто. Тая дума не се произнася там, защото ще има преследване. Гонение. Ако някой нарече себе си мисионер, не е добре дошъл в Узбекистан. Да. Спасибо за вам книгу. Да, за книгу, що еще можете разказать? Подарить. Подарок всем. Сейчас? Да, мы книги привезли и обещали, как обещали, я понял, брат Павел, и вы обещали всем присутствующим книгу. Да. И мы всем в подарок даем книгу. Да. Подарим. И мы оставляем книги, и по дешевой цене их можно купить. Да. В Германии она стоит у нас 25 евро. Здесь мы оставляем по дешевой цене, как они будут продавать, нам все равно. Всем присутствующим бесплатно подарок. А кто хочет еще, обратитесь к Румяне. Да, у меня будет. Спасибо большое. Спасибо большое, что прибыли к нам и с подарками. Это было очень интересно познакомиться с вашей книгой, с вами и с историей распространения. Так что мы желаем вам удачи на будущее в Болгарии и по всему миру. Мы в конце только один текст из Писания, 118-й псалом. Хотим напомнить, у вас 119-й. Да. Пожалуйста. Читайте. Переводите. Я да, иска в края да прочитай 119-й псалом. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Радуйся на Боже на словото, като на получено голяма награда.
За наградой сегодня бегают, люди ищут прибыль. А она рядышком в Библии. Будет Библия, будет все. С уходящей Библии мы теряем все. Да. Като имаме Библията, имаме наградата. Хората не стичат за печалба, а като загубим Библията, всичко губим. Дети особено должны знать наизусть. Много должны. Да, и децата трябва да знаят наизуст. Части от Библията. Колкото може повече. Да, спасибо вам большое. Спасибо, что вы нас пригласили. Мы были рады побыть у вас. Да, спасибо вам за время, что принесли подарки. И Бог с вами. Спасибо. До свидания. До свидания.